У нас конституция не под женщину. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. В этом бусе ОМОНовцы 10 штук меня били, дубинами били, оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня.